Самарские фигуристы взяли бронзу чемпионата России по синхронному катанию на коньках. Соревнования прошли в Йошкар-Оле. Участниками стали 27 команд со всей страны. Выступали фигуристы в трех возрастных категориях. Кандидаты в мастера спорта, первый спортивный разряд и мастера спорта. В последней самарская команда Dream Team и завоевала бронзовую награду, уступив лишь Санкт-Петербургу и Казани.